проблема какая была? Как ветер, так обязательно у нас света нету. Звоним, в электросети приедут, вроде сделают опять. С просьбой решить проблему жители обратились в городскую администрацию. Нами была собрана комиссия, мы обследовали линию, и было выяснено, что линия проводов, которая воздушная линия, находится в деревьях. При ветреной погоде ветви деревьев били по проводам. Это приводило к короткому замыканию и отключению электроэнергии. И было решено Кубанэнерго произвести выпилку деревьев.